Всем привет, друзья! Вы просили меня поснимать новогоднюю коллекцию в ленте. В Челябинске этого сделать не смогла, поэтому добрались до Магнитогорска. Вот такой фонарь я покупала в том году. На втором канале можно увидеть. Я иногда его использую на фоне. Цена прекрасная. Мне кажется, я его дороже покупала. Давайте буду называть цены с картой 200 рублей. Странно. По-моему, я правда его дороже брала. А, нет, вот цена. А там тогда что за фонарь был? Непонятно. Наверное, вот этот имелся в виду. Уже бракованные варианты есть, а внутри искусственная свечка. Гирлянда с мини-диодами 100 рублей. На металлической серебряной основе. Холодный свет и теплый. Длина почти 2 метра. Вот такая еще интересная гирлянда, 50 LED-лампочек, здесь почти 5 метров, 149 рублей. Очень много разных цветов, желтый, холодный, белый, мультиколор, розовый, фиолетовый, вы когда-нибудь такие видели, синий. Интересненько. И за 199 рублей есть 10-метровая, здесь 100 LED-лампочек. Вот такая гирлянда работает от батареек, сейчас со скидкой 129,99. Тоже есть теплый, холодный свет. Новогодние сладости. Вкусняшки. Цены. Где цены? Не вижу цен. Смотрите, какой классный набор. Он стоит 1000 рублей. Вроде бы. Да, с карты ленты он стоит 1000 рублей. Есть поезд и есть домик. Боже, какой классный. Хочу, но не за эти деньги. Вот такое печенье с вафлями, 220 рублей по карте. Вот здесь вот конфеты, печенье, 370. Набор шаров с принтом, 7 штук. Подарочные коробки, цена 600 рублей с картой. Вот такие наборы шаров, 6 сантиметров, 16 штук разной фактуры, 320 рублей. Розовые, синие и серебряные. Большой набор, где 30 штук, здесь есть и блестящие, и матовые, стоят 400 рублей, белые есть. Вот такие наборы, где 25 штук разной фактуры, 330 рублей есть. Классическая расцветка, синий с серебром и полностью золотые. Есть еще вот такой набор, но цены почему-то нету. Здесь 12 штук. И кажется, это пластиковые наборы в красивой подарочной коробке в трех цветах. Искусственные елочки, цена 1000 рублей. Вот в такой подставке 68 веточек указано. Здесь микс красивых и некрасивых, на мой взгляд. Но особо это незаметно. Также есть гирлянда 180 сантиметров, 1350 рублей. Из такого же материала. В пластиковых горшочках композиции по 120 рублей. Интересно. Поняла, нет, это не композиция, это одна веточка 120 рублей. Я еще думаю, почему такая низкая цена. Так что вот такая скромная веточка стоит дорого. Еще есть вот такие гирлянды, они из обычной такой ветки сделаны, но цены я опять не вижу. Композиция из шишек в горшке 17 сантиметров, 750 рублей. Шишки еще сверху в блестках все. Вот такая елка с ягодками, игрушками и шишками стоит 699 рублей. В подставке с бантиками 40 сантиметров.
новогодняя фигурка единорога. В шубке 26 сантиметров, 1040 рублей. Ну, рог такой малюсечный. Блестящие звезды 120 рублей в наборе. Три штуки объемные. Бусы по 100 рублей. 2,7 метров. Вот такие бубенчики, колокольчики. Цены нет. Карета. Лошади-качалки. Набор цветов. На завязочках. 110 рублей. Колокольчики. О, а вот и поезд, который постоянно продается. Фигурка новогодняя, гном в шапке, 650 рублей. Такой волосатенький, как всегда, без глаз. Новогодний снеговик, 1000 рублей. Ну, судя по тому, что есть пустое место, значит, его уже кто-то взял. Подсвечник, который мы с вами видели в Ашане, здесь 700 рублей. Как говорится, легко сделать самому. Декоративная заснеженная ветка, 68 сантиметров. 470 рублей, но заснежено, конечно, красиво. Стенд с веночками от 140 рублей и выше, в зависимости от декора. Вот эти по 950. Металлическая конструкция с блестками. Есть еще в серебре, с цветами, вот с таким оленем 900 рублей, мягким, со снеговиком. Сверху красивые веночки цветные, синий, розовый и красный. И еще вот эти самые-самые, как по мне, особенно с цветами вот эти, за 1150. Здесь за 1000 с надписью «С Новым годом». Вот еще за 1150. И елочки металлические за 1100. Стенд, где вы можете полюбоваться, как светятся гирлянды. Снизу за 3000. Я так понимаю, что они уличные. Теплый свет. Вот такая уютная очень. Матовые огоньки. Что-то вроде снежинок. Разноцветные лампочки. Вот такие мелкие. Сверху звезды за 1299. Вместо звезд можно выбрать елочку. Здесь на черной основе огоньки. Вот эти покрупнее шарики матовые. Очень красивый цвет, но не получается даже вам передать. Шишечки 1300. Деревянный домик 1199 рублей с подсветкой. Вот такой фонарь. Это пластик.
Ну, как будто бы состаренный металл. 1299. Вот такие маленькие пластиковые фонарики, которые продавались в Пятерочке в том году. Здесь непонятно, сколько они стоят, но есть в белом и красном цвете. Вот такая композиция за 1100. Она тоже с подсветкой, и ее можно повесить на стену вместо картины. Диско-шар 699 рублей. Маленькие деревянные композиции 899 и 649 рублей. Звезда пластиковая, светящаяся, 929. Композиция в облаке, 750 рублей. Многоуровневая, с подсветкой. Вот такие еще есть. Маленький диско-шар, вот такой крохотный, 600 рублей. Набор свечей искусственных, 3 штуки, 1000. С эффектом натурального пламени. Снежный шар с музыкой, 949 рублей. Внутри снеговик с фонарем. И рядом вот такой фонарь. Более скромный, за 530 рублей. Рисунок снаружи. Гирлянды можно, кстати, посмотреть, как они светятся. Здесь даже есть бутылочки, но внутри ничего нету, в отличие от тех, что продаются в фиксе. Вот такие точно есть фикс-прайс. Деревянные звездочки. Еще раз показываю. О, знакомые всем, да, гирлянды. Где цены? Стеклянные елочные игрушки 290 рублей. Они прям мелкие-мелкие. В разных цветах представлены. Шарики с пейзажем, 370 рублей, стеклянные, с птичками, Бэмби, зайчики. А вот такие фигурки тоже 370, есть щелкунчики, кто искал. Обалдеть на них цена, конечно. Еще вот такие зайцы, какие-то они сердитые. Фигурка наподобие той, что продается в Ашане, только там внутри не заяц был, а что-то другое. На сегодня у меня все, друзья. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения, новогоднего и не только. Всем спасибо, до скорых встреч. Увидимся во второй части. И пока-пока.